сердце закрытый дверь, а ты поверил, роза зеленая. А, вообще, я украинка, которая родилась в Сибири. И в 2001 году переехала в Москву, да. А, занималась музыкой всю жизнь, со школы еще. А, писала песни с 15 лет. И только вот сейчас, наконец-таки, добралась до всех. Главное — желание. Главное — верить в свою мечту и не передавать ее постоянно, идти. Руки опускались не один раз. Очень много раз опускались руки, но... Постоянно находились люди, которые мне говорили: ты что, с ума сошла? Ты так круто делаешь, давай продолжай. И вот моя команда, с которой я уже полтора года, они меня прям всячески мотивировали, говорили то, что рано или поздно вот настанет время, когда обо мне узнают все. Так случилось, да. «Стеклянную» мы записывали в апреле, и изначально это был грустный лиричный трек. Пришла на студию к Максу, к звукорежиссеру моему, и такая говорю: Максим, я хочу прямую бочку, чтобы там была еще электрогитара, говорю, и прямо, чтобы был взрыв. Он такой: я все понял. Сел, сделал, и я такая: воу, так это теперь не в сердце закрыты двери, а в сердце закрыты двери, и записали. Ну, раньше я никогда так не работала. И плюс ребята были очень открытые, крутые, искренние, как-то легко нашли общий язык. И с того момента мы стали одной прям семьей. И вот до сих пор вместе. Мы искали вообще парня, который похож вот на принца из мультика «Красавица и чудовище». Вот с длинными волосами такой. Искали, нашли одного парня, он на Аквамена прям дико похоже было. Мы такие: блин, ну непонятно. Потом наткнулись на Анри, мне показала подруга его, блогерша, тиктокерша. Я такая скидываю ребятам, говорю: ребят, посмотрите. Они такие: о, все, классно. И они связались с ним, он захотел, согласился, и так. У меня там желтое платье, как у Белль. Он типа вот принц, чудовище, который набухался там, начал с другими девчонками тусить, а я такая в грусти, в печали. Роза — это... Там опадали листочки из розы. Треки уже готовятся, потихоньку, скоро будем выпускать. Уверена, что вот следующий трек, который выйдет, он прям должен зайти каждому в сердечко снова. Я бы хотела фит с Андро и с Дон Толивером. Вот это прям те, кого я прям очень люблю, как артистов. Приветики. С ним надо сделать прям вот стилевый трек. Не как «Стеклянные». «Стеклянные» такое больше... Не то чтобы коммерческий трек, не могу назвать его коммерческим, потому что его не все понимают, и, скорее всего, из-за того, что его не все понимают, вот, типа, и цепляет этим, непонятно. Потому что мне говорили на радио, когда была, все говорили: этот трек вообще не похожий ни на что, типа, что есть в России. И это реально так, это смесь какого-то фольклорного пения украинского, да, вот, опять же, с прямой бочкой, с каким-то около дипхаусом, с электрогитарой, это все вместе в куче, но при этом интересно, круто звучит, и ничего не понятно, да. Я человек из народа, я бы так сказала. Обычная, простая девочка с района, грубо говоря, просто, которая всегда шла за мечтой. У меня вот подписчики есть, которые со мной еще с 2013 года, которые за мной следили. И вот они мне пишут, говорят: мы вот сколько смотрели, да, твой инстаграм, следили за тобой. Ты постоянно, каждый год что-то развивалась, что-то делала, там, песни записывала. Потом, я помню, участвовала, снимали мини-фильм. Короче, моя одноклассница, она вот сейчас работает там режиссером, что-то типа того. И они снимали какой-то мини-фильм, и попросила она меня поучаствовать в этом проекте, спеть песню. И нас было там много человек, вот. И я то туда пошла, то вот опять начала песни делать, то там и танцевала, и то все, пятое-десятое. И вот все говорят: вот, наконец-то пришло то время, когда ты ворвалась в это все, когда тебе все узнали. И говорят: и безумно приятно до сих пор быть подписчиком той девочки, которая была еще в 2013 году. То есть говорят, что я не изменилась в плане характера и так далее.